Так, всем привет, канал Про Моторы. Значит, начинаем ремонт очередного двигателя. Очередной сериал у меня на канале. Значит, сейчас расскажу, что за двигатель. Итак, значит, это двигатель моего подписчика. Приехал он ко мне транспортной компанией. Видим, вот такая вот упаковка. И приехал он из Домодедово. Значит, это у нас Mercedes-Benz OM441, то есть стандартный двигатель для моего канала. Уже неоднократно объяснял, почему беру эти двигателя в ремонт и так далее. Значит, этот двигатель снят вот с такой машины. И у нас будет капитальный ремонт этого двигателя. То есть, как обычно, полностью разбираем, дефектуем, там покупаем какие-то запчасти. Как видим, что какие-то запчасти тут уже есть. Вот какие-то коробки лежат. Вероятнее всего, вот тут у нас гильзы, вот тут у нас поршня. Также есть какие-то прокладки. В общем, сейчас распечатаем, все это будем смотреть. Значит, как я уже сказал, двигатель вот в такой обрешетке. Я сейчас, наверное, вот эту верхнюю часть сниму, крышку как вскрою. И вот это все разбирать не буду, то есть, чтобы мне в таком же виде, в этой же упаковке его отправить обратно. Значит, сейчас распечатываем двигатель, достаем его из упаковки, снимаем пленку, смотрим, какие у нас есть запчасти, смотрим там наличие масла. Ну, масла, в принципе, не должно быть. Тосол немного у меня побежал, когда двигатель под наклон вот так у меня встал. С самого блока немного побежал тосол или антифриз, ну, вероятнее всего, антифриз. Ну, и проверяем жидкости, масло. И начинаю разбирать. Все, поехали. Значит, видим, с двигателя у нас идет 6 гильз, ну, то есть комплект гильза, поршень, кольца, палец поршневой и так далее. Значит, по номеру на гильзе посмотрел, оказывается, это не 441 двигатель, а 401 двигатель. Диаметр поршней 125 мм, но я уже вскрыл одну гильзу, посмотрел, гильзы толстостенные. Тут, видим, одна коробка у нас намокла, надо будет сейчас достать. Гильза толстостенная, то есть на этот блок можно установить поршня диаметром 128 мм, ну и также поршня диаметром 130 мм. То есть блок универсальный, повторю, можно ставить 128 мм, можно ставить 130 мм, ну и там, соответственно, уже другие распылители должны у нас быть, настройки топливного насоса или замена лонжеров, ну и так далее. Ну еще что хочу показать. Значит, также видим, что компрессор у нас тут уже идет вот такой, то есть у нас тут общие болты, которые сразу держат цилиндр, плиту, клапану и головку. Такие компрессора идут на 501 двигателе, допустим, вот был у меня двигатель OM501, там у нас идет такой компрессор. Вот именно на 441 такой компрессор я вижу первый раз. Вот, ну и также что еще сразу видим, что головки когда-то снимали, видим, что есть метки у нас, да, на доворот 90 градусов. Ну, в общем, двигатель когда-то делали, что с ним делали, пока сказать не могу. Сейчас будем разбирать, смотреть. Значит, также был комплект прокладок. Открыл его сразу посмотреть. Видим тут какие-то резинки, шайбы, колпачки маслосъемные, сальники. Ну, сальники у нас идут с пружиной. Не знаю, буду рекомендовать
ставить сальники без пружины. Ну, хотя, если это фирма Erling, ну, в общем, посмотрим, до этого еще дойдем. Также у нас тут есть прокладки клапанной крышки, там прокладки турбины, ну и, в принципе, все. Ну, прокладка поддона, передней крышки, теплообменника. Вот, я к тому, что у нас тут нет прокладок головки блока цилиндров, то есть это нужно будет заказывать отдельно. Ладно, сейчас новые запчасти убираю пока в сторонку, пока они мне не нужны, до них еще дело дойдет. Значит, двигатель достаю с этой подставки, с рамки, с обрешетки. Проверяю масло, как я говорил, устанавливаю уже на стол и начинаю разбирать. Все, поехали. Так, значит, проверил масло, видим, масла нет. Ну, в принципе, транспортная компания, она не берет с маслом, но все равно проверить стоит, потому что потом убирать тут не хочется, были уже случаи.
Так, значит, достал двигатель из упаковки, установил его вот таким образом на стол. Тут снял заглушки, где были, где-то было тряпками заткнуто, где-то был скотч намотан и так далее. Значит, снял все заглушки, установил двигатель на стол. Проверил, что масла в нем нет. Тут у меня просто подпорка, вот такие бруски под лапы. Я приобрел себе вот такие вот подставки под автомобиль. Это у меня 6-тонная пара с этой стороны и с той стороны. И там еще можно было видеть, когда я ходил за этими, там еще у меня стоят 3-тонные подставки, то есть все же решил приобрести, с ними удобно. Они у меня регулируются по высоте, то есть выставил под лапы и никаких проблем. Хочу сказать, что эти подставки я приобрел на донаты, то есть донаты, которые вы мне отправляете, на эти деньги я приобрел себе, получается, 4 подставки, 2 6-тонных, 2 3-тонных. Вещь отличная, поэтому всем огромное спасибо за донаты. Значит, приступаю к разбору двигателя. Ну, как обычно, сначала снимаю тут сверху трубки, шланги, коллектора. Выхлопной коллектор снимаю, турбину снимаю, корзину сцепления, диск, там насос гидроусилителя. Ну, в общем, все по ходу снимаю. Ну, в принципе, все как обычно, разбираю двигатель. Значит, если будут какие-то интересные моменты, то буду комментировать. Если такого ничего особо интересного не будет, то буду просто разбирать и снимать в режиме таймлапс. Все, поехали.
значит, снял четвертую, пятую, шестую головку и смотрим. Значит, что сразу могу сказать? Блок в хорошем состоянии. Ну, насколько сейчас можно судить, то есть, так как обычно, все у нас еще грязно, это все будет отмываться. Насколько я сейчас могу судить, блок в хорошем состоянии. Выработка на гильзах есть, но небольшая. Ну, сравнительно небольшая, то есть, бывает, конечно, намного больше. Но в любом случае, у нас уже есть новая поршневая, поэтому будем устанавливать новую поршневую. На поршнях написано 125 мм, ну и поршня по камере сгорания такие же, как у нас новая поршневая. Значит, дальше вскрываю с той стороны три головки, потом мне нужно еще разобрать тут спереди, снять там датчик, эту трубку, корпус масляного фильтра, шкив и так далее, помпу, водяной насос. И после этого, когда все это сниму, переворачиваю двигатель, открываем поддон, ну и там достаем поршня, гильзы, смотрим коленвал, распредвал и так далее. Все, продолжаем разбирать двигатель.
Значит, вскрыл поддон и смотрю, разглядываю, что тут можно увидеть. Значит, первое, что масло чистое, нет никакого налета на деталях, то есть абсолютно никаких отложений, двигатель чистый. В самом поддоне также видим все чисто, никаких отложений, также нет никакой стружки, то есть абсолютно чистый поддон. На самом дне какая-то чернота есть, но это даже нельзя назвать какими-то отложениями, то есть двигатель идеально чистый, видимо, работал на хорошем масле. Значит, по насосу не знаю еще что сказать, буду уточнять у заказчика, какое было давление и так далее. Ну, вскрою его, посмотрю. То есть по поддону, в принципе, вопросов никаких нет. Просто помыть его, поменять прокладку, по насосу будем решать. Ну вот, как я говорил, гильзы толстостенные. То есть если отсюда посмотреть, видно, какая толщина стенки гильзы. То есть получается тут лишних 1.5 мм. Но если сравнивать с обычной гильзой на 125 мм. Это у нас блок подходит на 128 мм. Значит, толщина гильзы у нас получается, каждая стенка толще на 1.5 мм. Дальше снимаю кожух, дальше снимаю переднюю крышку. Вот этот кронштейн, наверное, сниму, который у нас крепление генератора. Ну и в принципе все, и буду доставать поршня, там почищу нагар на гильзах, где у нас компрессионные кольца проходят, через нагар плохо их доставать, выбивать. Значит, что еще увидел? Еще вижу, что коленвал у нас 93-го года выпуска. И еще где-то видел, вот там, если на поршень посмотреть, на отливе видно, что значок Mercedes. Насколько я могу судить, это еще родные поршня с завода, с 93-го года. Ну, не знаю, что именно делали с этим двигателем. Ну, как минимум, головки снимали, потому что были метки на болтах, да? Ну, и сейчас будем вскрывать коренные шейки смотреть, шатунные шейки смотреть, какие там кладыши, какого размера, какого года выпуска и так далее. Пока двигатель в очень даже хорошем состоянии, то есть я даже не помню, что такой хороший двигатель мне попадался. Но это пока такие первые мысли. Понятно, что итоги будем подводить, когда полностью его разберем. Значит, что еще хочу сказать по сальнику. Вот сальник стоит с пружиной. Как я уже говорил, что я стараюсь в последнее время не ставить такие сальники. То есть, видим, он еще мягкий, абсолютно мягкий. Если посмотреть на вот эту маслосгонную насечку, да, косые линии, чтобы у нас масло, получается, в обратную сторону сгоняло, она еще как бы на месте. То есть, в принципе, все отлично, сальник мягкий, но видим, что он мокрит. Видим, что тут сырость у нас, пропускает масло, и маховик раскидывает. Видно, что кожух у нас весь в масле. То есть, это я к чему говорю, что лучше ставить сальники без пружины. То есть, вот сколько я разбираю, очень-очень редко, да практически такого не бывает, чтобы бежал именно сальник, который без пружины. Значит, сальники, естественно, у нас будут под замену. Ну и также еще хочу показать корзину сцепления, то есть диск у нас уже по-любому под замену, ну и корзина сцепления, вероятнее всего, тоже. Ну, это тоже еще уточню у заказчика. Если проблем не было и заказчика сцепление устраивало, то, возможно, оставим старое. Все, значит, продолжаю разбор двигателя.
Значит, достал первый поршень. Сразу по вкладышу скажу. Вкладыш у нас идет стандарт. Значок Mercedes. То есть это еще родной вкладыш завода. И год выпуска на нем указан 92-й. 42-я неделя, 92-й год выпуска. Вкладыши у нас еще идут родные с завода. Но вкладыши мы в любом случае будем менять, потому что тут уже в них есть выработка. На вкладыше, который находится в крышке шатуна, есть вкрапление стружки. Где-то все же у нас немного идет стружка и небольшие задиры. Втулку поршневого пальца обязательно под замену. Невооруженным глазом без всяких замеров есть люфт, чувствуется. Но поршня в принципе вполне в хорошем состоянии. Конечно, на кольцах, думаю, будет выработка, особенно на маслосъемном кольце, потому что вот эти вот буртики, которые должны быть по миллиметру примерно, они тут у нас уже совсем низкие, то есть думаю, зазор там будет такой приличный. Ну и также видим, что по днищу поршня после первого компрессионного кольца есть вот такие вот задиры. Ну, в любом случае у нас поршня уже есть новая, то есть поршня у нас в любом случае будет новая. Ну так, наперед забегу, скажу, что, наверное, у нас будет только замена втулок поршневого пальца и плоскошлифовальный головок блока цилиндров. Это я имею в виду из станочных работ. С блоком, я так думаю, вообще никаких станочных работ у нас не будет, но потому что вот сколько я вижу пока, блок вообще в идеальном состоянии. Ну и вообще сам двигатель в очень хорошем состоянии. Я сравниваю с двигателями, которые у меня были в последнее время. Там, допустим, вот из Якутии был двигатель, там сплошной металлолом. Потом там из Польши был двигатель, сплошной металлолом и так далее. То есть вот если так сравнивать, то вот этот двигатель, он прям вообще в хорошем состоянии, можно сказать, в отличном. Ну, если еще учитывать, что это 93-й год выпуска. Ладно, достаем все поршня и достаем коленвал.
Ну, значит, видим, что коренные вкладыши намного хуже, чем шатунные. Видим, что есть большая выработка. Смотрим. Также 92 год, 45 неделя, 92 год. И также видим стандарт, значок Mercedes. По валу, ну, предварительно пока вроде все отлично, то есть выработки нет. Ну, понятно, что это все потом протрем, отполируем, промеряем. Но думаю, что вкладыши будут стандарт, коренные шатуны. Значит, по толкателям видим, что есть раковины на толкателях, где-то побольше, где-то поменьше. Вот на этом, ну, на этом поменьше, на этом побольше. То есть толкатели у нас пойдут под замену. По распредвалу, в принципе, думаю, все хорошо. То есть визуально я его просмотрел. Кулачки все в хорошем состоянии, опорные шейки также в хорошем состоянии. Шестеренка, то есть, ну, тут, в принципе, все хорошо. Ну, понятно, что это еще отмоем, все это еще посмотрим, когда деталь будет чистая. Но предварительно с коленвалом и с распредвалом ничего делать не будем. Предварительно пока такие мысли.
Значит, двигатель у меня разобран, и подведем такие предварительные итоги. Значит, двигатель в очень хорошем состоянии, ну, я имею в виду для двигателя такого года. Значит, какие будут работы проделаны? Ну, такие пока предварительные итоги, потому что отмоем, возможно, будут еще какие-то корректировки. Ну, в принципе, все стандартно. Это замена толкателей, замена втулок распредвала. Значит, распредвал и коленвал у нас, вероятнее всего, останутся старые, с ними ничего делать не будем. Значит, дальше поршневая у нас уже есть новая, заказчик отправил с двигателем сразу новую поршневую. То есть поршень, гильза, палец, кольца, резинки уплотительные, все это уже есть. Как я уже говорил, шатуны поедут на замену втулки поршневого пальца. Ну, также будет ремонт компрессора, также будет ремонт помпы, также будет ревизия головок. Головки поедут на плоскошлифовальный станок. Топливная аппаратура также поедет на проверку. Это форсунки сейчас буду снимать и насос. Возможно, будет замена маховик корзины диск. Ну, как минимум, диск точно надо менять. Будет замена масляного насоса и редукционного клапана. Ну, и по турбине еще нет решение, то есть возможно будет ремонт этой турбины, возможно будет приобретена другая турбина, то есть по турбине еще нет решения. Ну и понятно, что будут все там прокладки новые, сальники новые и так далее, то есть все отмываем, очищаем, все как всегда. Вот, значит, это у нас первая серия по ремонту этого двигателя, дальше будет у нас сборка этого двигателя, запуск, покраска, то есть тоже все как всегда. Значит, сейчас еще, наверное, будут кадры по подготовке головок блока цилиндров, по подготовке шатунов. На этом буду заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.